Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. И вот перед нами стол и карты, и мы будем делать расклад «Судьба» для людей знака Скорпион на 2022 год. Какая судьба ждет людей знака Скорпион в 2022 году? Вот что мы сейчас будем делать. Естественно, для того, чтобы сделать сам расклад, нужно сначала войти в канал гадания на картах Таро. И мы вот будем входить в него. Сели поудобнее, прикрыли глаза, отпустили, растворили все посторонние мысли и посторонние заботы. Они уходят, исчезают, растворяются. И вы позволяете себе несколько мгновений полного, абсолютного сосредоточения на себе и своих ощущениях. Посторонние раздражители, это может быть звук, разговор, музыка, шум какой-то. Все это только помогает сосредоточиться на себе и своих ощущениях. Все внимание на себя, внутрь себя и свои ощущения. И находясь в этом состоянии, мы входим в канал гадания на картах Таро. И перед нами огромное поле, засеянное пшеницей. Пшеница уже созрела и колосится золотыми волнами. И посреди этого поля идет проселочная дорога. И мы идем по этой проселочной дороге, по обе стороны от нас золотистые колосья пшеницы, уже созревшей, колышутся от ветра. И мы продолжаем идти по этому проселочной этой дороге вперед и вперед. И вдали, перед нами, высится гора округлой формы на краю поля. И мы движемся к этой горе. Когда мы вплотную подходим к подножию горы, то проселочная дорога там заканчивается. Ну а наверх, на вершину горы, идет извилистая такая тропа. Мы идем дальше по этой тропе, поднимаясь вверх на эту гору. И на вершине горы небольшой храм. Вот что мы обнаруживаем. Подходим к храму, и у него есть дверь. Большая, массивная, из дубовых досок, кованая железом. Дверь закрыта, и есть ручка. Ручка, она сделана из медного кольца, который вот вделан в штырь, и это кольцо как бы свисает. Мы подходим к двери, беремся за это кольцо медное и тянем на себя дверь. Неожиданно дверь отворяется легко и без скрипа. И мы входим внутрь этого храма. Оказываемся внутри, идем. Там алтарь. Идем к алтарю. За алтарем возвышается ангел гадания на картах Таро. И мы просим у ангела гадания на картах Таро разрешение быть проводниками энергии для людей знака Скорпион.
И после этого мы начинаем настраивать колоду людей знака Скорпион. У нас у всех есть люди в ближнем и дальнем нашем окружении, которых мы знаем, и которые являются Скорпионом по гороскопу. И вот мы их всех объединяем в общность по этому признаку, по признаку принадлежности к знаку гороскопа Скорпион. И настраиваем колоду посредством тасования карт на людей знака Скорпион. Теперь мы сравниваем энергию колоды с энергией людей знака Скорпион. После чего мы выкладываем колоду, встаем и задаем вопрос. Что ждет людей знака Скорпион в 2022 году по судьбе? Какая судьба будет у людей знака Скорпион в 2022 году? Сдвигаем карты. Вот. Эти две карты являются картами загашника. 15-й большой аркан и рыцарь чаш. Так. Первая у нас карта семерка чаш. И у этой карты есть место. Вторая карта у нас получается четверка мечей. У нее тоже есть свое место. Свое гнездо, так скажем. Туз пентаклей. Восьмерка жезлов. Для этой карты места нет уже. Для этой карты тоже нет места. И для этой нет уже места. Для этой карты. Десятый большой аркан выкладывается, уходит налево, на мешающую сторону. Восьмой большой аркан, восьмерка мечей, небольшой аркан. В этой карте есть место. Девятый большой аркан идет в свое место. Четверка пентаклей занимает свое место в раскладе. Седьмой большой аркан. Верхний ряд тоже идет. Ряд судьбы. Второй большой аркан.
идет на свое место. Для этой карты нет места. Для этой карты тоже нет места. И для этой карты тоже. Восьмой большой аркан. Ложится на свое место. Для этой карты нет места. Первый большой аркан.